Thank you.
И музыку, которую вы эти дни учили, этот день у Раби Давид Менахем и у Яира Рейля. Вся эта музыка, вся музыка Востока и также музыка Ашкеназов тоже, это музыка монодийная, одноголосная. В основе ее мелодия, а не гармония. И поэтому все эти музыкальные культуры Востока и Европы, еврейской культуры, они строятся на ладах. Если это мелодическая музыка, то, естественно, у них есть лады. И лады этих музыкальных культур, они основа всей музыки, всей музыкальной культуры. Все, что вы слышите, все, что творится, все это как бы основная точка отсчета идет от ладов. Кто понимает лады, он понимает эту музыку, не важно даже какая-то песня. Потому что лад, оно дает определенное настроение. И чтобы понять психологию народа, надо знать также его музыку, культуру. Через культуру, вы это все знаете, через культуру можно понять также психологию. Это не написано нигде, но это находится в музыкальной культуре, потому что музыка, она бессловесная, это абстрактное искусство, и там вся психология. В словах это размышления, там и психология, и много всякого, а в музыке только бессловесная. И поэтому, чтобы понять музыку народу Ближнего Востока, евреи это народ из Ближнего Востока, нужно понять его настроение этих ладов. И я пытаюсь вам немножко рассказать об этих ладах. Эти лады учат, есть на эти мотивы всякие учат их, и так узнают эти лады. И, значит, музыкальная культура Востока строится на 12 ладах. И 12 этих ладов, они делятся на 7 главных и 5 побочных ладов. Я вам расскажу о 7 главных. В еврейской музыке 6 есть ладов основных, а 7-й лад, его не существует в еврейской музыке. Он только на в иранской музыке, и в Азербайджан, и в Индии. То, что мы играли, этот лад называется «Поэти Шираз». Иногда его называют как бы побочный лад «Поэти Исфаан». Музыка в европейской музыке – это что-то похожее на гармонический минор, но не совсем, потому что есть четвертон посередине этого. Лад этот, любовный лад, его называют ладом небесной, небесной ладов, потому что из-за красоты этого лада. Это лад вечерний и женского рода. Тоже есть мужского рода и женского рода. Они также делятся на часы в сутках, также делятся на весну, осень, времена года. Времена года делятся. И также на месяца, и также на знаки зодиака. Сейчас лад, который мы будем играть, он называется Мавор. Ма, все лады, они идут с древнего Ирана, они также основа еврейской музыки и основа всей музыки Ближнего Востока, потому что Персидская империя, она была ведущая в культурном отношении до ислама. Речь идет о начале первого тысячелетия. Это 4 века, 5 века, это ислам пришел в 7 веку, это 7 веку, это Иран. И Маур, это переводится, Ма, это на иранском языке, это луна, месяц. И Гур, это свободный. Переводится как бы, это хофиш, свобода. Этот лад означает, он ночной лад, исполняет его при полной луне. Этот лад означает дружество. Люди собирались на учет, это был месяц. Каникул, люди по ночам собирались вокруг костра и пели песни любви и дружбы. Этот лад, он такой.
это ладу, что называется набат. Набат даже на иврите и на других языках, потому что это набат из соседской культуры Востока. Этот лад, название переводится красивое, приятное и мелодичное. Так перевод. И этот сулам играют ранним утром. В еврейской музыке это основной лад. Общины Востока, они читают псалмы, поют из ладу наба. И Шера Ширим, песни песни тоже ладу наба. И книгу Зор тоже ладу наба. И завтра Каббалат Шаббат тоже наба. Это основной лад еврейской музыки. В 11 веке в Каире, Каирская Гениза, да? И там обнаружено, значит, две рукописные листа, нотные. Написал их Авадия Агер, так подписано. Это несколько парафраз, строки из псалмов. Эти две мелодии, которые там нашли, они тоже благонава. И во многих общинах, и также в ашкеназской общине, и также в еврейских восточных общинах этот лад, он общий для всех общин. Все его любят, особенно его любят в Израиле.
как будет струна? Гитар. Гитар. Гитара, да? Гитар, тар, ситар, дутар. Все идет от этого вот слова струна. Этот инструмент очень древний, он произошел от афганского рабаба. И где-то в 10 веку он сформировался, этот инструмент. Тар – это классический инструмент Востока, он распространен в Иране, в Азербайджане, в Средней Азии, в Ираке, в Турции. И многие играют на нем в Израиле, очень много людей. В Армении. Марк играет на инструменте, что называется каманче. Это один из древнейших инструментов. И его роль Марк Процелиса Берета. Каманче. И этот инструмент родился в Китае. Каман – это лук, че – это инструмент, то есть смычок. Этот инструмент на сегодняшний день он во всех культурах Востока, в индийской музыке, в арабской музыке, в Средней Азии, в Северной Африке, везде этот инструмент. И где-то в районе, точно я не знаю, какие годы, но где-то поздние средние века этот инструмент попал в Италию. И от него произошла скрипка «Виола де Амур». От «Виола де Амур» произошли все остальные смычковые инструменты. Яир играет это, на вот этом инструменте, это называется «зар» или «том бак». «Том» — это звук в середине, «бак» — это... Этот инструмент также в Иране родился и везде сегодня играет во всем мире на этом инструменте. Рядом с ним инструмент – это дарбука пакистанская. Дарбука – это инструмент в арабских странах, в Израиле очень распространено, почти все играют. А вот этот вот звук внутри, что есть вот это вот бубен внутри дарбуки, это называется пакистанец. Дарбука Пакистане, не Пакистан. И вот эти вот большие инструменты, даф. Даф это инструменты, которые не были в классической музыке. Они попали из спорта. Борьба, вольная борьба аккомпанируется под аккомпанемент дафа. И потихонечку он перешел в суфийскую музыку, в музыке суфи, если это, и потихонечку это перешло в классическую музыку. Этот инструмент тоже в разных его вариантах распространен везде, а также это один из древнейших еврейских инструментов, который называется тофмениам. Это, то есть, барабаны и булим, круглые. Мы исполним пьесу, написал его композитор из Дагестана, еврей происхождения, еврей. Он написал очень много музыки еврейскому театру в Дербенте, который был. Он этот театр еще с 19 века существовал. И до сегодняшнего дня он в Израиле, этот театр сегодня находится. Театр на родном языке горских евреев, называется Джиури. И этот композитор написал очень много музыки для этого театра, и одна из пьес называется, то, что мы сейчас исполним, «Ильбахар». Это переводится «Гол» — это «цветы», «Бахар» — это «весна». Thank you.
Thank you.